Обновить интерьер квартиры или дома теперь стало проще. В Волжском начал свою работу торговый центр, в котором представлен огромный ассортимент мебели и осветительных приборов. В феврале в Волжском открылся крупнейший в городе центр «Мебель-молл А1». 3 этажа, 7 тысяч квадратных метров торговых площадей, на которых представили свою продукцию более 100 производителей, большинство из которых – фирмы с мировым именем. В цокольном этаже разместился отдел осветительных приборов из Чехии и Германии. На первом – кровати, матрасы, диваны и кресла. У него есть необычная функция – это регулирование положения спинки. То есть человек может сесть, и несколько положений спинки позволяет ему удобно расположиться. Если вам нужна корпусная мебель, шкафы, купе, кухни, столы и стулья, добро пожаловать на 2-й этаж мебельного центра. Очень хорошо здесь открыли такой торговый центр. Я сейчас делаю ремонт, и мне необходимо очень много мебели. Но думаю, я здесь найду все, что мне необходимо. Мебельный центр просто поражает своими размерами, но благодаря внимательным продавцам, которые всегда готовы помочь советам, свой выбор здесь сможет сделать любой, даже самый взыскательный покупатель. Приглашаем жителей города и области за покупками в новый торговый центр «Мебель-молл А1». Это 3 этажа различных видов мебели. Это более чем 100 фабрик. Здесь вы найдете все для уюта и комфорта в вашем доме. Мебельный центр «Мебель-молл А1» ждет покупателя по адресу Волжский, улица Пушкина, 39D.